Прям вовремя ворвались. Вот заставка, заставка и мы. Всем привет, с вами Игромания. Меня зовут Павел, рядом со мной Федор, который пишет про гоночки. Да, про гоночки в Игроманию. Я ничего не пишу про гоночки, я вообще ничего не пишу. Я вижу, что у меня что-то... Пишешь видосики. Да, пишу видосики, пишу безумные прически. Сегодня мы играем в полноверсную Трекманию Турбо. Вот, Федор покажет... И мы болеем Иракезоманией. Да, у нас два кактуса, забыл как. Только что помнил, а как это что-то? Ананас. Два замечательных ананаса сегодня. Вот, и сегодня Федор покажет вообще класс, как надо играть в эту игру. Трекманию. Вот. Да. Потому что мы пробовали, да, мы пробовали играть в бету, это было одновременно весело и больно, вот, и сегодня будет и весело, и больно. Вот. Давай начнем. Да, но нужно ставить монет. Есть мелочь у кого, парни? Продолжить мелочишку. Да, нам мелочь нужна. У вас нет 350, как говорили в Саус-парке. Вопрос к Павлу. Какие ваши проблемы и как вы добились успеха? Какие ваши доказательства? Кокаинум, да. Реклама Head & Shoulders. Привет вам, Пашка и Федька. Опять продались. Опять вы продались. На этот раз кому интересно? Не знаю. Монеткам. Что это? А ты зашел в Ubisoft Club? Я не хотел. Нет, ты хотел. Он сам зашел. Ubisoft Club приветствует вас всех. Вот это реально... проплачено. Это было не запланировано, если честно. Ну, ты, видимо, нажал вот на эту табличку, на турбофорум, турбомани. Ну, я не знаю, без разницы. Ubisoft Club просто напомнил нам о себе. Для начала начнем... С компании? Да, с компании. Вот видите, Федя уже прошел пол игры, почти пол игры. Ну, да, да. Еще чуть-чуть и пол игры. Я думаю, я покажу какую-нибудь трассу, которую я более-менее знаю, например... Вот это. Например, в котором мы только что до стрима гоняли 30 раз. Да. Что с прической у Павла? У меня все отлично, мы сегодня в одном стиле с Федором. Я всех заражаю. Да. Цветной одеждой и иракезами. У меня пока одежда только серая. Я сегодня хмурый. Но уже вот. Она просветлилась от черного. Хотя бы. I got my hands on. Главное не победа, главное участие, главное не проиграть. Говорит там голландец. Кто такой голландец, я так и не понял. Кстати. Наверное, летучий. О, нет. На чем играете? PlayStation 4? Давай покажем. Конечно, вот он, да. Я сам себя сейчас обгоняю. И мой призрак. Призрак золотой медали обгоняет. Мне кажется, ты уже все. Да. Ну и так происходит постоянно. Едешь, вроде знаешь трассу. И уже не знаешь трассу. И уже в кустах. Но прелесть в плане в том, что тут все перезапускается с одной клавиши. Но, знаешь, не сказать, что это прелесть, потому что... Когда человек по 30 раз перезагружает одну трассу, это такой, черт, когда же он уже доедет? Он же должен доехать уже однажды. Ну вот у нас примерно то же самое было на стриме Forza, когда постоянно перематывали время. Нет, это было не так. Нет, но с перемоткой времени там все-таки как-то что-то движется. Да, по чуть-чуть. Так вот, ну, наверное, надо сказать, что такое Трекмания. Как тут говорят, это National Time Attack формула, международная формула на время. В общем-то, в этой игре вы не найдете противников, кроме своих друзей, если они у вас есть. В основном будете гоняться со временем, либо с призраками, и хорошо в теплее. Это вкратце, что... Говорят, это все равно лучше, чем Орегон. Ну, Арик гонял еще простые трассы, надо сказать, а это я уже такие рекордные покажу. А чтобы добраться до самого эпика, нужно вообще все покрыть на голову. Нужна кнопка перестать сливаться из... Да. Там есть перестать сливаться. Но он может сливаться с... Я понял.
потом ты нажимаешь перестать сливаться, и все, и ты сразу играешь хорошо. Привет, Паша и Федор, вы упоротые? Да, у нас трекмания. Это болезнь официальная. Официальная болезнь вышла, причем в ее турбо-версии. Мутированная болезнь. Вот. Это мания трека. Федю плохо слышно из-за игры, давайте сделаем игру тише. Федю плохо слышно из-за Феди, я думаю. Да. Но все равно Федя по жизни. Можно еще ближе сейчас. Еще ближе. Я постараюсь орать. Ну, вот. На треугольник рестарт с чекпоинта. Вот нам подсказывают. Но смысл, я теряю все время. Все время потеряно. Тут битва со временем, это основная задача. На, будем меняться. По очереди, но ты же понимаешь, что я вообще не пройду никуда. А в этом и суть. Треугольник. Давай. Но я не буду на золото сразу брать, это не для моих талантов это нереально. Ну почему? Что? Ну, потому можно... что видишь, я использую тактику протри все. Все бордюры. Да и вообще, по-моему, не туда. Да. Но я нажму треугольник, а так как я не достиг ни одного чекпоинта в своей жизни, я начинаю с самого начала. Но трассы тут гиперстремительные, они начинаются, в общем-то, с 30 секунд в самом начале, и вот по мере увеличения сальто. Сложности они становятся... Я сделал сальто. ...подлиннее, вот ну, сейчас у нас сальто. Примерно трассы длятся по минутке. Я помню, где-то в Sunrise, по-моему, было... Что происходит с моим вестибулярным аппаратом? Так, у меня в Sunrise были треки по, не знаю, 4-10 секунд, и... Это было забавно. Это, кстати, одна из легких фраз, я скажу. Для тебя. Ну, просто именно в этой локации, Кэньона называется. Все, видишь. Большинство трасс проходит по очень узким дорогам, а тут прямо вот такие огромные бетонные рампы. В которые я с удовольствием готов влететь. Да. Господи, что это? Как можете заметить, тут... Улетел в космос. Мама, лови меня, мама. Ты мог бы сейчас поземлиться на вот эту вот гору. Лично я в воде. Да. Wall ride. Расскажи, как это. Мчись по стене. Да что-то как-то не мчится, что-то у меня... Тебе скорости не хватает, понимаешь, что... Тебе для того, чтобы цепляться поверхностью, нужна определенная скорость. Нужен клей. Да. И, кстати, если вдруг у вас возникло вопрос, можно ли... Можно ли доехать до конца? Нет. Нет. Можно ли в жизни так делать, в принципе, на машинке? Можно, если достигать определенной скорости. В принципе... Если достигать определенного уровня безумия. Да-да-да. Нет, я не доеду, мне просто не хватит. Почему чекпоинт расположен так далеко? В принципе, ни раз, ни два ставились испытания в жизни, что разные автомобили запускали по мертвой петле, чтобы не проезжали. И там нужно было разогнаться примерно до сотни километров, чтобы вот ее проехать заново. Целиком. Да. А Арик не хочет? Хочет, но нет. Да не может. Не может. Ему запрещено, ему врачи прописали антитрекманин. У меня просто волос нет, понимаете? Уже нечем выпадать. Нет, просто ну, я не он могу. Он не может участвовать. Только нашим. Люди с такими прическами могут играть в трекмане. А мы можем тебе поставить боковые волосы. Как можешь в клипе Prodigy вот такие вот? Да. Блин, чувак, твоя ракета. Это не просто в клипе, он на Кейт так ходил. Да. Выступал вообще. Нормально себя чувствовал. Да. Это горячий бай. Да что ж, опять я застрял на этом же месте, похоже. У Арика прав нет, кстати, да. Или есть? Нет, но в этой игре, по-моему, права вообще вам ничего не помогут. Даже ваши права человека, они здесь нарушены во всех пунктах. Так, я попробую через верх достигнуть самой верхушки. Так, какие есть... Спрашивают нас, какие есть режимы в игре. В игре есть, собственно, компания, которую мы сейчас пока тыкаем. И...
Да, тут есть мультиплеер, но мультиплеер заключается в гонке с призраками. Отличная работа, у вас новый рекорд, но вы ничего не получите за это. Че, вообще ничего? Ну, конечно. Что ты хотел? Вот. И тут есть... Улучшай результат. Улучшать? Да. И тут есть множество режимов кооперативных. В принципе, трекманию разработчики затачивали именно под кооперативные режимчики. И их была одна из основных задач. Это сделать как можно больше всего, чтобы гонять по локалке с друзьями. Ну или перед одним экраном. Разделенным или нет. Мы обязательно попробуем режимы и подсита, сплитскрин. И дабл драйвер. И дабл драйвер, да, обязательно. Да, это стена. Да. И, кстати, это первая трекмания, которая выходит на консолях. Ну, на популярных консолях мы не берем сейчас вот там Wii DS, на которые заглядывали некоторые части. А до этого это была исключительно ПК-шная серия. Что-то я медленно еду вообще. Чуть не врезался. Давайте сплитскрин. Будет. Сейчас чуть-чуть погоняем по трассам, а потом займемся весельем, безумием и дабл-драйвером. Да, по-моему, уже безумие творится. А в кооперативные режимы уже можно играть? Сегодня покажете. Это релизная версия, в ней все доступно, все, что можно показать, мы постараемся показать. Особенно покажем, как мы умело не умеем играть. Точнее, насколько... Тут сложно играть умело, потому что каждый профессионал в этой игре, он прошел каждую трассу, ну точнее не то, что прошел, а побывал на каждой трассе раз, наверное, 200, вот, чтобы точно заучить каждый поворот и каждый угол наклона рампы. Паша, тебе не идет эта прическа? Она идет нашему сегодняшнему безумному стриму. Вот, да. Уровни строить будете? Думаю, что нет, но это тут, слишком долго. Тут есть генератор карт. Вот это прикольная штука. Кстати. Он, правда, он тоже довольно тормознутый, но вы можете сделать заказ в местном магазине, и вам местные строители за 100 секунд соберут уровень. Можно длинный, можно большой, короткий. Заказ маленький. Местному прорабу. Да, вот, и вам обязательно соберут, и вам не придется заниматься этим. Ну, я думаю, мы покажем какую-нибудь рандомную трассу, чтобы рассказать о том, как действует вообще строитель. Он там даже показывает, как он там может идти вверх, а потом оп, и ушел вниз. Ну, как ты пройдешь это место? Низко. Да, я еще не запомнил его. Что это за прическа? Это фирменная прическа трекмании, когда ваша машина переворачивается колесами кверху, у вас получается вот такая прическа. Это когда вам колесом по голове проедут? Да, в таких случаях тоже. Есть ли кастомизация вообще? Это вообще не про кастомизацию. Ну, то есть, можно, по-моему, декали делать, да, там размещать всякие наклеечки. Да, это единственное, что тут можно делать. Вот. Машинка всегда будет одинаковая и ехать с одинаковой скоростью. Но тут есть 4 типа автомобилей. Да. Это... 4? А, да, 4. 4. 4 под каждую локацию. Собственно, обыкновенные вот такие машинки спортивные. Это 2 вида багги, второй из которых очень похож на хот-роды. И это формульные машины. Что-то мне не нравятся вот эти вот рампы. С них все время падается. Да. Вы будете стримить Dark Souls 3? Обязательно будет? Она там как бы вышла в Японии. Ну, японскую версию сейчас активно стримит. Там уже есть, я читал, что есть гайды, как сделать ее английскую. Мы будем стримить, когда у нас когда мы ее переведем. Да. Сейчас наши люди трудятся над переводом. Словарик. Говорят на разных языках, прикольно. Да, она вот такая супер интернациональная. Ну, это в целом фишка трекмании, что отчет начала гонки говорят на разных языках. Да. Есть поддержка рулей, спрашивают. А оно вам надо? А ты пробовал, кстати, не пробовал? А, у тебя нет руля На Соньке нет. Но, в принципе, трекмания совершенно не про рули. Она, конечно, разные части рано или поздно
разные части в разное время становились какими-то спортивными дисциплинами, но это совершенно не про роли гонки, ребят, ну, серьезно. Хоть бронза. Бронза. Давай попробуем... Что? Сплитскрин. Сплитскрин сразу? Да, да. Окей, окей. Так, вернуться к выбору трассы. Вот в игре в одиночном режиме сколько, 200? 200 трасс. Ну смотри, 190 медалей. Ну 200 трасс. Ну да, 200 всего трасс. 200 трасс. А 190 медалей нужно заработать, чтобы открыть последние 10. На что уйдет у вас, я думаю, ближайшие полгода. Да. Вся жизнь. Да, ну и плюс тут бесконечное количество трасс. О, ну типа, кстати, ход сидит сразу. Сплитскрин. Давай сначала сплитскрин, а потом... Дуэль. О, давай, кстати, зарандомим, да, посмотрим. Сразу зарандомим. Чтобы все было честно, потому что ты проходил трассу, а я нет. Давай лагуну. Лагуна? Лагуна сложная. Ну, давай да, лагуну. Да, да, да. Восход. А все случайно. Все случайно. Ну, я бы длину большую поставил, ну ладно. Пускай для разминки. Паша, напомни еще раз Арику про ББ. Я ему каждый день напоминаю, но он... ББ? Каждый Bloodborne, но он каждый день отныкивается, вот. То вот сегодня можно было бы хороший вариант, но он сказал, что нет, я не люблю, когда там меня подгоняет, и вообще Bloodborne это не на 2 часа и все такое. Вот, но скоро мы его добьем. Отговорки. Вот. Да. Он еще из Таркмании убежал. Да, в панике. Ему стало плохо, и он ушел. Закружилась голова. Так. Ну, вот, собственно, строитель виртуальный делает трассу. И как он это делает? Тут просто море элементов, блоков, из которых она строится. И вот когда вы заходите в редактор, вы буквально вот выбираете блоки, из которых вот ее постепенно строить. И их там просто море и... Ну, скажем так, не самую интересную трассу он сгенерировал, но ладно. Пойдет. Ну, я бы не отказался бы проехать по песочку, но тоже жалко. А мне нравятся вот эти все кольца и все такое. А можно генерировать другую? Да ладно, он долго будет это делать. Окей. Ну, пусть будет хорошее. Не знаю, чем отличается, пусть будет хорошее. Я в прошлый раз выбирал отлично, и он думал около 100 секунд над созданием карты. Давай попробуем хорошее. Я так и не понял, что это значит. Ну, то есть, ты тоже не знаешь. Что? Вот, и освещение. Дальше начинается процесс создания трассы, и он довольно долгий. А, кстати, да. Да. Кстати, да. Как зовут парня, который умеет играть в Trackmania? Федор. Ну, а это он спрашивает не про меня или про нашего дизайнера? А наш дизайнер тоже умеет играть в Trackmania? Ну, кто... Я не знаю. Кто с тобой стримил? Ваня? Ваня, да. Да вряд ли он про Ваню. Ну, Ваня, мне кажется, похуже тебя играет. Надеюсь, он нас не слышит. Вот. Но Ваня большой фанат Trackmania. Он там каждую, по-моему, Trackmania покупает и играет в нее. И даже сказал, на бете он такой говорит, ну, не знаю, что-то там 1300 там, или сколько-то там, 1200. Он на ПК играет в нее. Что-то как-то дорого. Вот. Сегодня такой зашел, куплю на выходных. Да мог бы на консоль купить теперь. Вот. Теперь-то на консоль. Где все гладко, четко и вообще. А он разве знает, что? Знает японский? Кто знает? Там предлагали призвать Артемия, чтобы он перевел Dark Souls. Ну, вообще, Захар вроде знает какие-то языки. Фразы на японском. Вот. Паша, почему Арик игнорирует просьбы о стриме Bloodborne? Спрашивайте у Арика, я не знаю. Вот. Он не игнорирует, он говорит такой, да-да-да, сейчас, вот-вот, скоро-скоро. Как-нибудь потом. И, да, и... А есть какой-то особый повод, или вы хотите? Ну, давно просит просто. Он так и не стримил дополнение, как там оно называется, не помню уже. Вот. Только валюту ставь. В Uplay $5, это около 350 рублей, бери не хочу, только валюту ставь USD. Да, там есть такой хак. Люди нашли хитрый хак. Переставлять валюту и покупать за рубли там по курсу Uplay. Тут спрашивают, кто это справа. Это Паша. Да. Это Но я. Если справа для вас, то... Федор. Это, да.
Это я. Очень давно просим, спасибо, партнер. Я сам его прошу. Олдхантерс подсказывает. Да. А, вот да-да-да, Олдхантерс. Я сам его прошу, я бы даже посидел бы вместе с ним и посмотрел бы. Мне интересно смотреть, как люди в это играют, потому что сам я не способен на это. Тоже нерв не хватает? Да нет, я просто не знаю, как в это играть, у меня ничего не получается. Паша, когда будет срач по Division с Овчаренко и Зуевым? Мне кажется, я Овчаренко и Зуев на стороне Division, так что у них не получится срача. Вот. Тут надо найти того, кто не на стороне. Народ давно просит именно ББ продолжить, а мы смотрим очередную радугу. Ну, что ж поделать. Так вот. Потому что на самом деле радугу проще постримить. Запустил радугу. Да, пострелял, что-то там побегал, и все отлично. А Bloodborne там надо это, потеть, все такое. Надо подготовиться, подготовить дух свой. Постримьте Панзар. Панзар? Спрашивайте у Арика по поводу Панзара, я не в курсе. Что? Надоел Иракес? Да. Прошла трекмания. Да. Мои антенны улавливают какие-то... Не те частоты. Да. Привет стримерам и чату. Хватит ныть про ББ. Арик же сказал, что будет. Будет, все будет. Наконец-таки трасса почти готова. И сейчас так бамс, ошибка. Да, ошибка. Windows вылетает. Не, Windows бы вылетел на Xbox. Не надо. Ребят, как у вас настроение? Отлично. Вот сейчас будем ехать в сплитскрине. По рандомной трассе. Да, по рандомной трассе. Но, скорее всего, я все равно сольюсь, потому что не так много играл. Ну, шансы одинаковы, потому что я трассу тоже не знаю. Ну, у меня разве что реакция получше. Да. Так, квадратик. Окей. Ну, ты вроде слева, я вроде справа, если я правильно помню. Кто знает. Да, я слева. И куда ехать? А-а-а! Нет, не нажимай эту кнопку, понял. А тебе автоматом очко сбрасывает. Черт. Типа надо, в любом случае, надо доехать до конца. Но треугольник, по-моему, работает. Ой, я случайно нажал эту кнопку, да. Ладно, что... Нолик или треугольник? Я не знаю, я просто скачила рука, я случайно нажал на... Понятно. Не нажимайте случайно на кнопку. Просто едем. Да, просто едем. Но треугольник работает. Треугольник работает. Я проверял. Вот я треугольник сейчас нажал и... Воу! Вот это было неожиданно. Вот сплитскрин, если что-то до 4 человек. В этой игре. Там уже далеко впереди. Я? Да нет, я, кстати, там, по-моему, съехал. А, нет. Ну я тоже съехал. Я таки первый. Что, все? Да, но она же маленькая. Окей. Отличный сплитскрин, спасибо. Ну, кстати, я вот не знаю, есть люди, которым не нравится вертикальный сплитскрин. Типа они больше любят горизонтальный. Не тормаживай, я же тормозил, машинка. Машинка, тормози. Ну вот я хотел проехать по песочку его. И вот он песочек. Ладно, я же должен попробовать. Более в такой простой трассе. Что, где я? Отлично. Местами поменяйтесь, а то путается все. Но почему? Нам ок. Ну, имеется в виду, что камера по-другому. Ну, не принципиально. Моя красненькая. Вот что я вам могу сказать. На рандоме что-то, да. А, типа я выиграл. Красная впереди. Ей! Хотите? Нет. Новый гонку нет. Нет. Что, а большую вот трассу или... Ну, давай попробуем, ну, да. Не, давай из официальной... Официальной? ...компании какую-нибудь. А, смотри, любую можно ох выбрать. Ты. Давай ох сложную какую-нибудь, которую ты еще не трогал. Не которую, прикасался. Которую никто не трогал. Да. Давай. Вот что-нибудь такое. С кольцом было интересно. Ну, ладно. Ну, потом. Постримьте GTA 5. Мы, кстати, уже стримили один да, раз. Перед Новым годом.
Это Паша было забавно. Красный, Федя синий, да. Синий не идет к нему, оранжевому. Паша Балахону. И Арик, заставьте Федю стримить больше гонок, Корсу или Пхарс, например. Так, готов. Но у нас будет в апреле, да? Нас в апреле, да, уже 5 апреля будет Dirt Rally. Да. А они имеют в виду, чтобы я из дома что-то стримил. Ну да, меня нужно пинать для этого. Я просто никак не могу найти для себя формат, потому что каждый раз, когда я стримлю дома, это все оборачивается тем, что я читаю комментарии, пытаюсь проехать гонку, и в итоге не получается ни то, ни другое. Я не читаю комментарии, пытаюсь проехать гонку, но у меня не получается ни то, ни другое. Мне кажется, у меня тормоз сломан. Тормоз сломан? Да. Это плохо. Мне кажется, кто-то подрезал. Это самое плохое, что может случиться в автомобиле, на самом деле. Подрезал тормоза, кажется. Может быть, ты ручник не снял просто? Может быть. А мне нравится эта трасса, кстати. Я пропустил опять чекпоинт. Мне не нравится эта трасса, потому отличная что трасса. Потому что гоночные болиды ездят по гравию, это для меня страшно. Я не уверен, что это гравий. А это грунт, это грунт. Толкаться, да. Толкаться. Тут есть режим на трюки, я бы попробовал еще режим на трюки. Режим на трюки там получается только тем, что тебе трюки дают турбо. А, ну вот. Турбо. 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 Блин, я вообще не могу пройти этот уровень. Кстати, с виду японской трассы тут что-то делать матрешки. Ну, у них все мультинационально. О. Отлично, ты приехал первым. Можно ли ссылку на Hidden Twitch? У Феди нет твича, он иногда ворует игроманский твич. Да, он иногда появляется здесь, вырывается в эфир. В этот раз немножко. Черт. Это отличное место, где можно отучать заядлых игроков в трекмании, постоянно жать на перезапустить трассу. Ну, понимаешь, это просто уже реакция после того, как я тут... Именно, именно. У нас, мы когда с Ваня, когда стримил на прошлой неделе бетку, то же самое, он постоянно чик-чик-чик все время сбрасывает. Чуть-чуть я там чиркнул бачком по заборчику, все, сбрасываем. Так что вот отличный отличатель. Ну, я опять застрял, в общем, в том же месте. В том же. Так. Надо опять же либо лагуну выбрать, либо... Короче, где асфальта больше? Я не люблю пески, эти не напрягают. Блин, прикольно. Машинка буксует. Относительно. Ну почему ты не едешь? А можно их пересадить, а то экраны не сходятся. Да нормально. Тогда у нас будет не сходиться экран. Да, так что. Не, мы можем, можно, конечно, переместить нас на экранчики, но тогда мы вообще будем в разные стороны. Так мы нормально. Так или иначе, что-то будет не сходиться. Да. Я слышу, меня догоняют. Да какой там? Куда там? Совсем куда-то? Никуда. Да меня не тормозит вообще машинка. Ух ты, кто-то матрешку сбил. Это явно не я. Если будут если приедет кто-то, это не я. Может быть такое? Все настолько. Блин, здесь на мотоцикле надо ездить. Почему мы ездим на гоночном болиде? Для мотоциклов есть всякие другие гонки. Будет как-нибудь Pure поиграть. А Pure отлично. А, нет, не Pure View, а Pure время, она не зашла игрокам, но я довольно долго в ней играл, очень необычно. Но она не зашла, потому что там ни про что открытый мир. Я что, выиграл, что ли? Ты выиграл? Да. Федя играть не умеет, он притворяет. Да. Я просто давал тебе фору, но ты никак меня не догонял. Ну, да, кстати, соглашусь, Fuel, она хоть не беспроблемная была, но ее интересно показать. Ну, это такие гонки в открытом мире довольно... Я долго в нее залипал, потом, правда, поднадоел. Ну, я, правда, сон считаю, что популяр они делали для книги рекордов Гиннесса, которые не попались. Типа за самую большую локацию? Да.
да. Просто ее пиарили за счет того, что там, о, у вас там будут тайфуны, вот это вот все, а тайфунов в игре, ну, не так много. То есть на них наткнуться довольно сложно было. Да, одна из проблем. Вот. Но я ее дропнул где-то под конец, когда пошли уже супер тяжелые уровни, там гонщиков было вообще не обогнать, ничего не получалось. Там же были, по-моему, апгрейды, можно было качать свой транспорт. Тормозишка! Тормозишка! Короче, я на голове. Говоря о Pure, кстати, одна из самых оригинальных гонок в своей войне. Ну, вообще даже одна из самых оригинальных гонок. Не потому, что там квадроциклы, а потому, что... Там нет. Не, потому что она сочетает квадроциклы с трюками на них, и это очень прикольно. То есть она даже не про гонки, она именно про то, чтобы просто ездить красиво. Отлично. Один. Разгром. Да. Я даже не доехал ни разу до конца. Не, давай другую. Давай в другое, потому что... Лагуну, окей. Ну, Лагуну мы уже ездили. Давай не в Лагуне, а в каких-то, в которых мы не ездили. Стадион мы, ростер... Давай в каньоне, давай в каньоне. Воли. Мы в Воле не ездили, каньон ездили. А, ну давай, давай в Воле, да. Какую-нибудь картинку посмотришь. Давай вот эту, да, с кольцом. По-любому там круто будет. Так. Привет, ребята, попробовали уже режим с двумя водилами. Если пропустил я, то расскажите, в чем фишка. Дабл драйвер еще попробую. Да, режим будет, так что ждите, вы расскажем. Не пропустили. Пока вот в сплитскрине. Потом надо ход-сит попробовать. Но ход-сит заключается в том, что мы проезжаем, ну, у нас трассы на время и все. Да? Но у нас же на одном экране все будет. Я так понимаю, нет? Как оно там устроено? Нет, там другой режим. А, там по очереди? Да, там просто в ход-сите мы пытаемся пройти трассы на лучшее время. И все. А, ну просто по очереди гоняем трассы. Да, но со столкновениями есть другие режимы. Все, я сразу же слился. Единственный мой способ выиграть у тебя — это на твоей на моих зависимости от нолика. Да, от кнопки сброса трассы. Давай, Маша, давай. Да. Черт, Маша. Сейчас. Да он первый, кстати. У меня еще есть шанс. Я потерял, куда мне ехать. Кстати, игра тут на полном серьезе. Предлагаю... Я вижу большое кольцо, но я проехал. Я как-то очень неправильно по нему проехал. Есть игра, кстати, на полном серьезе советует щекотать оппонента. Да, там есть такие советы. А, ты прыгнул, я нет. А, я уже первый. Треки все такие или есть норм как в старых? А что в вашем понимании норм как в старых? Вот да, я хотел спросить то же самое, но давайте расскажу про треки. В двух словах, тут есть... 4 локации, и в каждой локации по 50 треков. Ну, плюс столько, сколько создаете вы, либо встроенный редактор. Эй! Что происходит? Так вот, какие 4 локации? Мы сейчас едем по локации Волли или Долина. Она в основном сочетает вот такие вот шоссе всякие с мертвыми петлями. Ну, окей, мертвые петли везде. Ну, я специально выбрал с мертвыми петлями, что-то круто. Да. Best of the best. Более сочетает вот такие вот шоссе с всяким гравием, грязью и прочим. С такими покрытиями, близкими для ралли. В каньоне мы ездим в основном по узким асфальтовым дорогам, либо по широким бетонным рампам. В Лагуне это опять же асфальт, пляжи рядом с лазурным морем. Лазурный берег. Совмещенный, на секундочку, с американскими горками. Ну, они их как называют, это на самом деле магнитные трассы, в котором, собственно, машинки примагничиваются и ездят в любой плоскости, абсолютно в любой. Там эти трассы называются подобно ужу. Смайл. Вот моя дорога! Прям сразу мой. Вот
Я тоже вспомнил дальнобойщика по своей фразе. Опс. Ёкарный бабай! Да-да-да. Опс. Давай ехай. Ехай. Нет, не ехай. Ехай у меня. Ну, ладно, должен я тебе фору дать. Энжинов, чё? Энжинов, потом турбо, потом... Потом я тебя догнал. Да. Но энжинов. Нет. Впереди еще пара петель, так что... Ну, на петлях-то ты вряд ли меня обгонишь, вот на поворотах. Ну, ты... Я могу вылететь с петли! Я же умею! Вот да. Черт. Прям финиш. В конце. А где сейчас разработчики Pure и Split Second? Ой, я не знаю, если честно. С ними очень печальная история случилась. Они работали на издательство Disney, когда они еще издавали игры. Но, несмотря на то, что у них были... Как разработчики? BlackRock Studios зовут разработчиков. Pure и Split Second. У них были очень интересные идейные гонки, назовем их так. Интересные по идеям гонки. И проблема в том, что они продавались не очень хорошо, и их вскоре закрыли. А где они сейчас, сложно сказать. Воу, двойное сальто. На самом деле, меня очень печалит история с закрытием разработчиков различных гонок, потому что вот недавно, мне кажется, закрыли, ну не закрыли, а распустили практически до основания критерия. Вот сейчас Evolution Studios нету более. И как-то грустно. Я отвалился от... Откуда? От мёртвой петли. Да. Гравитация все же превзошла Пашу. Гравитация победила меня. МакКонахи, помоги. МакКонахи, приди, гравитацию не веди. При этом, почем эта часть дорожной зависимости? Дорожной зависимости? Да, но трек прикольный. Прикольно. Дорога, ну, кстати, да. Что я думаю про Forza Motorsport 6 Apex? Ну, на самом деле, я... про нее сейчас мало можно чего сказать. Потому что я видел, в общем-то... Давай трассу? Да. Что, сдаешься уже? Ну, на этой, да, ты выиграл. Что? На этой трассе ты выиграл. Окей, окей. Вот давай ночную. Ночную? Мне вот там понравилось. Вот, давай ночную. Игра огонь. Так вот, про Forza Motorsport 6 Apex нужно смотреть, как она выйдет, серьезно. Потому что она, по идее, основана на 6-й Forza. Это должна быть хорошая гонка. Что? Куда? Как? Сразу. Особенно если вы не играли в эту серию на боксе, вам она, скорее всего, понравится. То есть, я думаю, надо будет рассказать вообще, в принципе, всем ПК-игрокам, что такое Forza потом как-нибудь. Да. При случае. Сказки про Forza. О, привет. В одном месте застряли. Я тут ворочаюсь. Машина. Вот. Я уже туда перепрыгнул, но мне потом не повезло. Пока у меня вопрос к Forza Apex только в одном. Это же будет условно бесплатная гонка. И мне интересно, как они применят, собственно, формулу. Free-to-play Forza. В этот момент нереально происходит. А, нет. Я второй, я думал... Нет, ты первый. Вот теперь да. Ад. Сальтуха. Ну, вообще... Федя, привет. Привет. Вообще, я хотел сказать про Trackmania вот что. На самом деле, сейчас это лучшая гонка для коопа
уютно, удобно дома за одним экраном. Потому что тут, наверное, ну вот режимов 8 или 10 я их не подсчитывал, и некоторые из них скрыты чит-кодами. Да. Я просто задолбался переворачиваться. В этом суть, по-моему, этого уровня. Да он коварный, как я не знаю что. Я просто наехал на... Я доеду до этого чекпоинта, да. И часть спортивных режимов тут вдохновлены старыми игровыми автоматами. И когда мы дойдем до этих режимов, я немножко об этом расскажу. Но пока продолжаем беседу. Пока продолжаем переворачивать автомобили и пытаться доехать до финиша. Вообще нереально. Ну вот такое бездорожье. И потом резкие, как... Страшно сказать, что... Пока я понял один закон данной трассы, нельзя газовать. Нельзя резко поворачивать, потому что такие аналоговые. Помню об этом. И... Я орел! Как говорил герой этого сериала. Я долечу. Ай! Ну, пустыня, да. Меня отбросило в кусты. Выезжаю я, в общем, из дачи. Оп, проселочный. Да. Ночной тест-драйв. Баги. Багов. Ага. О! Я догнал тебя, неожиданно. Оп! Сколько ты можешь переворачиваться, машинка? Машинка! У меня, по-моему, центр тяжести где-то в голове водителя. Что такое? Так цепляться за каждый угол. Она турбоускоренная. Похожа на Hot-Rod. 2.22 нам потребовалось. 3, 2, 1. Уже выглядит не как трекмания, а как... Дефолтные гонки, как... Что? Видимо, дефолтные. Но... Дефолтные, но... Окей, я остался. Ну, типа как... обычные гоночки. Да, но я бы не сказал, не что... на время, а просто. Я бы не сказал, что они обычные. Но они очень необычные. Слушай, сейчас выходит очень мало гонок, где ты можешь вот так вот с другом сесть за одним экраном, погонять. Да, по каким-то кустам. То есть... Ну серьезно, вот через раз выходят гонки с сплитскрином даже. Вот. Из последней была вот как раз Forza Motorsport 6, например, вот The Crew или вот в Forza Horizon, но банального сплитскрина нет. Плохо, что нельзя управлять машинкой. Вот. Точнее, это... хочется, но... Есть режим, кстати. Ну это да. Как в GTA их переворачивают. Было бы удобно. Потому что она иногда цепляется и просто. А надо с газом и тормозом работать. Положь. Я вообще как будто в кёрлинг. Кёрлинг? Играю. На машинке? Да, в кёрлинг с помощью машины. Тоже трёт трассу швабры. Да она уже натертая. Потом мылом, скорее всего. Да, маслом. Потом водителей, которые уже проехали. Потные водители. Ну давай, у меня есть шанс, давай! Нет, не переворачивайся, машинка, нет! Что перед финишем? Нет, давай, машинка, давай! Нет, не в воду, нет! Уже восстановился вот он давно. Были все шансы. Оп-оп-оп. Что такое-то? Эй, я хотел тебя подождать, нахуй. Не вариант.
Может, потому что гонок людям хватает в GTA? Ну, у меня... Смотря это вопрос к чему. Был, но... На самом деле, я не считаю GTA гонкой. Ну, то есть это там есть, ну, понимаешь, развлечение. Она совмещает в себе, ну, да, езду на автомобиле. Ну, то есть есть люди, которые считают, что, в принципе, те же гонки это такой очень, ну, специализированный жанр, который... Для всех? Да, что он не для всех, и что вот сейчас он важен только для того, чтобы вот в GTA можно было кататься на машинках. С другой стороны, во времена Need for Speed Underground в него играли даже девочки. Да, тогда в него играли все, но сейчас вот гонки не так популярны, как жанр чисто. Хотя вот даже, секундочку, пятый Gran Turismo продавался 10-миллионным тиражом. Ну это да. Но... Сейчас немножко другое время, тот же Need for Speed уже не рвет. Да, он не рвет полки магазина. Не в потолке. Да, и поэтому многие считают, что сейчас гонки играют там какие-то фрики. Типа, да. Гонщики, ну, водители. Да, ну типа меня. И по мне же видно, что я ненормальный человек. На самом деле это немножко прометчиво, это в принципе. То же самое может быть про стратегии несколько лет назад, когда их было очень мало, и они уходили в никуда. Куда я еду? Куда? Что такое? Почему тут кругом заборы? Оп, куда-то спрыгнул. Оп. О, привет. Я вернулся на трассу, но я никуда не допрыгнул. Я не вернулся на трассу. Спрашивают, хороший ли кооператив? Ну вот вы его сейчас видите. Ну, а, нет, ну кооператив это когда вместе. Ну надо дабл-драйвер попробовать. Да это тоже кооператив. Ну, это вроде, ну, кооператив, насколько я знаю, это когда вдвоем против кого-то. Не обязательно. Кооператив, ну, это, правило, в принципе, ну, да, любая игра вдвоем. Ну, не по сети, а перед экраном. Типа кооп. Ну, кооп это, грубо говоря, Gears of War вдвоем. Ну, на, да, зеленом экране. Давай попробуем дабл-драйвер. Дабл-драйвер? Да. Мы сейчас с ума сойдем. Отлично. То, что нам надо. Да. Самое время сходить с ума. Жду ли я анонса Forza Horizon 3? Да, конечно, жду, на самом деле. Я тоже очень жду. И на это есть все... Назад. Назад? Назад, назад. К этому есть все предпосылки. А что за секрет? Секрет? А, он секрет. Monoscreen Fun или... Нет, ты, ну, да. Или Arcade Smash. А что это все значит? Это секретные режимчики, которые как раз вдохновлены аркадными автоматами. Например, например, какой из них напоминает Micro Machines? Я забыл уже. У них у всех такие странные названия, что... Так, вот Seat Stunt. Вот, по-моему, в Станте... Ну, это, по идее, как раз трюки. В Станте можно переворачиваться, да. И последний... Сплитскрин бонус фан. А, бонус, вот. Бонус нам обязательно нужно запустить. Ну, давай, давай, давай посмотрим, раз мы тут. Что такое бонус? Да, что за бонус фан? Да, официально. Что-нибудь официальное. И теперь таки лагуна. Ох, лагуна. Вот. Вот это вот сейчас. Или вот это, может, 42-ю? 42-ю? Там какие-то... Там вещи. Много дрифта будет. Ну давай. Попробуем. Смысл вот этого режимчика в том, что по ходу трассы мы постоянно подбираем какие-нибудь бонусы, которые активируются в нашу машинку. Она может там уменьшаться. Еще посмотрим. У нее будет отключаться управление. Отличный бонус. Просто бонус. У тебя будет больше шансов. Вряд ли, если я эти бонусы буду брать. Вам понравился фильм Need for Speed? Need for Speed? Ну, он средненький. Кстати, он лучше многих форсажей. За что меня сейчас закидают помидорами, но это так. Босс вертолет, мне кажется, нет? Да. Я победил босса. Я не еду. Ну, ты, главное, едешь. Я не понимаю.
О, черт, не люблю вот такие штуки. Вот сейчас мне активировался бонус, и я мог стрелять машин. Но я промахнулся мимо тебя. То, что пролетел мимо тебя, это была машина. А у меня есть какой-то L1, что это? А вот используй. Я долететь не могу. Сначала надо беда. Да! Давай! Да что ж такое-то? Её когда скидывает вниз, оно такое... Ну, пока неинтересные бонусы нам дают. Мне пока вообще не дают бонусов, потому что я не могу перелететь через... Давай! Да что ж ты делаешь-то со мной? Рукмания. Давай, долети! Долети, давай! Мне сейчас отключали протяжение. Давай, ну! Да. Что ты делаешь, машинка? Вот. Обратите внимание на... Справа и слева. В общем, у меня машина. Куда? Куда ехать? Миниатюрная. Куда дорога? Дорога куда идет? А, вон направо. А я опять маленький. Просто лилипут. Далее. Нас тут просят как-нибудь Rocket League опять застрелить. Можно. Она тоже очень классная, как кооператив. Я выбил этот раз, я вообще не понимаю. Она... А, куда я полетел? Да, на мальца непонятно. Я в бомбочку какую-то бросил. Сейчас же сам меня налечу. А, ты знаешь. Да что такое? Это пролетел мимо тебя не я, кстати. Какая-то машина стоит. Я выстрелил машиной. Ты меня сейчас движок включил. Это вообще не вариант. Какие у нас любимые форсажи? Спрашиваю. У меня любимый форсаж пересечь вот эту гребаную штуку. Мой любимый форсаж это, да, нитро, господи. Но нет, на самом деле у меня любимый первый форсаж. И немного... И чуть-чуть поменьше второй, третий. Вот. А дальше я считаю, что уже пошел не форсаж, и боевики, хотя их все равно прикольно смотреть. Что происходит? Почему я такой маленький? А, нет, вот это как раз самый бонус. Ну давай, машинка, давай! Ты все еще перепрыгнуть не можешь? Да! То есть у меня есть фора, я правда не понимаю, куда ехать дальше. А, надо обогнуть его, короче. Вот, а, вот туда. Да, да, да. А, вон, стрел. Какой? Куда? Верни меня на землю! Тебе гравитацию отключили просто. Да. Я что? Опять я маленький. Карликовая машинка! Езжай! Нет! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот теперь у меня вообще ничего не ладится. Какую-то машинку оставил. А зачем они нужны? Что? Что они, чем они мешают врагу? Ну, они враг мешают? Может врезаться, к примеру. Может, да, она... Ну и все. Что еще нужно для счастья? Ну, вот, есть... вот я сейчас врезался, к примеру. Не, ну мы же обычно друг через друга проходим. Не. Это как раз препятствие. А, то есть тут мы еще и толкаем. Нет. Мы оставляем друг другу ловушку. Толкаем их в другом моде, я забыл. О! Что это было? Это был я. А, ты меня теперь толкнул. Да. Ну на тогда, сам давай. Спасибо. Так. А, типа, как только мы выскакиваем друг из друга, мы начинаем друг друга толкать. Может, я долечу? Нет. Не, да, в этом режиме, кстати, можно толкаться. Все-таки. Блокировка руля. Так. Где ты там? Едешь? А, вообще не понимаю, что происходит. Мимо. Я дал фору. В одну очку. Ну это забавно. Yeah. С толканиями пишут уже интереснее. Так, кстати, с толканиями интереснее. Оп-оп-оп. Забодать. Жоп!
может быть, сейчас перепрыгну? Джоп! Нет. О, я выпрыгнул. Выклон. Труп машины. Да. Что? Землетрясение. Да. О. Джомп. Да, это нечестно. Читер. Читер. Я-то? Да не. Ты даже с джампом не смог допрыгнуть. Ты как это делает? Нет, не смотри, пока не смотри. Смотри, как это делает прогресс. Нет, не смотри. У меня руль сломан. У меня тоже. У меня заблокирован руль. О! Что? Есть ли у меня права? У меня есть права. Я только в Москву редко езжу, потому что у меня... И то, что не люблю местное движение. Не люблю Москву. Бля. Во, мне там сохранили. Стрёмное место. Надо было мою трассу выбирать. Погнали! Нет. Я еще мелкий, как клоп. Отлично, мне помогло землетрясение перебраться на место. Серьезно? Да, оно меня пошатнуло, и я вылетел. Я перепрыгнул ускорение. Еду как careless driver. Кого? Не знаю, в космос. Надо было в меня. Дика. Дика. Что? Почему ты не едешь в машину? Потому что мы уже разбили их. Тут их нельзя разбить, они мнутся еле-еле. Но это никак не влияет. Ни на что. Давай. Хоть куда-нибудь ты приехать. Ну. Что? Что с ней происходит? Вот сейчас ты поймешь, почему я тут застрял. А, нет. Я сделал джамп. У меня есть еще джамп. А, я могу прям спаковывать сразу туда. У-ху! Нет, не получилось. Я таки успел. Уже что, будем доигрывать до 3 очков? Ну давай попробуем. Последний и дабл драйвер. Мем. Я сразу летел. Ладно, пока я улетел, я сделаю то, что так хотят наши замечательные зрители. Типа поменять. Ну ладно, я подожду. Привет! Они просят нас местами поменять? Да. Мы, правда, будем смотреть в разные стороны. Какая разница? Да вообще без разницы. А, ты еще тут? Я подождал. Я думал, ты должен давно уехать. У нас же Fair Play. Fair Play это... Надо про другое. Да почему? Трактовать его можно. Как угодно. Ну я же нажал джамп. Что такое? Джамп это не панацея. Он меня не активирует. А, я не туда жму. Теперь просит обратно. Нет, если только грозятся попросить. Панацея, не панацея, но мне помогло. Да ладно. Оп. Главное правильно использовать.
с лыжи машинки. Пиндец. Отключение двигателя мне, кстати, тоже помогло. Что-то я не вылетел. Подыгрывает тебя, да. Соника. Подыгрывает. Неужели я выиграю? Там еще достаточно препятствий. Да, я сразу врезался. Турбо. Я. Буст. И плюс турбо. Да что такое? Нет, пусты. Спрашивают, как мы понимаем, куда ехать. Путем проб ошибок. Мы не понимаем. Да. Но на самом деле трекмания как раз про это, что. Про непонимание, куда ехать. Да. Ее проходишь десятки раз. И в этом она чем-то похожа на Bloodborne. Наверное. На серию Dark Souls. Пока сам не научишься все делать, у тебя ничего не получится. Да что это? Давай. А вот ты. Да. Мне кажется, почти зажила. А? О, гипер большая машина. Е-е-е. Ну, у меня вообще, в принципе, не было шансов, так что... О, что это такое? Что ты сделал? Что? Все испортил. Нет, все нормально. Так, давай, давай дабл-драйвер попробуем. Да. Это будет непросто. Ну, начнем с простого, чтобы разыграться. Да, тут все равно немного открыто, так что... Ну, просто пройдем трассу, чтобы привыкнуть. Да, уезжаем, он четвертый подряд. Вон окей. Там, видишь, Арик с Ваней до этого, до стрима, они там золото умудрились вдвоем набить. Эпические гонщики. Трекмания тут. Ой, я тут сейчас вспоминаю, как меня эта игра обманула однажды. Она же... Парень, хочешь немного развлечений, да? Что-то вроде того было. Там была табличка где-то на трассе. Она же постоянно тебе показывает, мол, здесь будет дрифт. Или, там, не знаю, езжай сюда. Потом мне показал, езжай сюда, в стену бетонную. Подожди, мы на... А, да. На одной машине. Да. Сорян, я что-то не затормозил. Добывай. Перетормозили. Нормально, нормально. Может, серебро будет. Ну, на серебро очень похоже. Ей! Ну! Нет. Ну, бронза тоже ничего. В общем, суть в том, что каждый рулит этой машинкой, и если ваши действия совпадают, она, естественно, едет лучше. И вот. Если нет, то получается просто какой-то кошмар. Ну, если нет, то давай следующее. То... Следующее? Да, ну получше пойдем. Чтобы от сложных к легкому. Вот. Если один не управляет, ну, то есть, или управляет неправильно, то второму, естественно, сложнее рулить у него. То есть, если управлять будет только один, то есть, я, например, отпущу вообще руль, то... Она будет слабо поворачивать. Да, он будет, она будет очень тяжело управляема. Так. Сразу на золото решу. Ну, а что? Я все на золото пытаюсь. Я красненький. Это одобрение или... О май гад. Ну не знаю, кстати. По-моему, он что-то там съел, и ему... О май гад. Он
чем... А, это же круговая. Не люблю круговые. А, кстати. Они длинные. Ну да. Интересно. О май гад. Вот, кстати, что я отметил. В Трекмане, вот они объявляют начало гонки на разных языках. Ну, да. Прикольно, если бы они еще разные фразочки, типа «по красочку не повреди», тоже бы и на японском, и на русском, и на английском озвучили. Было бы забавно. Потому что... Потому что каждый раз слушать на английском не очень прикольно. И, кстати, в плане локализации, если вам интересна игра, передана на русский язык, видите, даже отчет начала гонки озвучен. Я не думаю, что это наши так говорили с таким акцентом. Вот. Но суть в том, что текст тут весь переведен, но на английском оставлено пункты меню. Замечали. Campaign, settings и прочее, прочее. Бронза. Ну тут есть другие режимы, в которых доступен, да, Ball Driver. Если чё. В смысле, в Дабл Драйвере какие-то другие есть? Да. Yeah. Я так понял, что только одиночную компанию мы. Ну-ка, а что еще есть в Дабл Драйвере? А, да вот всех. Все режимы ходсита, как я помню. Но Дабл Драйвер появляется только в кампейне. Тут вот видишь. Mm-mm. Они совместимы с режимом Дабл Драйвера. Вот все вот эти вот вещи. Ну, кроме сплитскрин, насколько я помню. Ну, а Аркейд это что за режим? Аркейд, у нас три попытки на то, чтобы войти в десятку лучших гонщиков. Но момент в том, что нам нужно тут больше игроков для этого. То есть, если бы там, не знаю, были бы еще Арик и Ваня, там они бы с нами соревновались по... за лучшее время. Также вдвоем. Вот. Но просто давай зайдем, покажем, что это такое. Я не знаю. Что... Black Series. Каньон. Вот, кстати, кто-то спрашивал, надо ли... Тут что? Вот есть какие-то Black Series, закрытые, заблокированные. То есть это, ну, трассы какие-то заблоченные, которые... Где? Ну, вон, видишь, внизу. Внизу Black Series. Это... Видимо, после того, как... Это самые сложные трассы, чтобы вот открыть последние. Сколько их тут? 40. Нужно пройти все остальные 160 на золото. Вот примерно все, которые увидите сейчас открытыми... Спокойно проходится на серебро. Ну, вот чисто по моим навыкам. Но не по моим. Ну, почему? Годы тренировок и... Тоже сможешь. Давай какой-нибудь. Какой-нибудь. Может, с падениями, нет? Где? Ну, вот какая-то вот эта, по-моему, с падениями. С падениями. Давай. С падениями кармы. Арик рядом сидит, статью печатает, да. А его видно? Нет, его не видно, но мы просто подтвердим слухи. Ну, похоже на то. Да. Он печатает статью мышкой. Паша, чё как оно? Да отлично, смотрите, мы на каких-то безумных машинках катаемся. А, вот, дабл драйвер. Ну, давай попробуем. Мы в режиме дабл драйвер, когда два человека управляют одной машинкой. Пытаемся пройти трассу. Один. С наилучшим временем. Так. Что, в принципе, мне кажется... Да, вот, кстати, по интерфейсу можешь заметить... Но газ-тормоз тоже учитывается. Ну не знаю, я втопил газ и... Ну то есть, когда тормозишь... Ну, вот смотри, я отпускаю газ, у меня... Ну да, но когда тормозишь ты. Потому что я не знаю, когда тормозить. А. Поэтому, видимо, тормозим так гладим. Да. Мне это... Вертолет! Госвертолет. Ой-ой-ой-ой-ой. Было доброе. Госвертолет. Ну, этот госвертолет у нас иногда сбрасывает. Да. На трассу. Тем самым начинаем. Черт, мы были близко от финиша. Мы же могли даже прям вообще первый рекорд. А теперь что? Ну, у нас три попытки, чтобы пройти это. Чтобы на лучшем образом. Вот. Но желательно, чтобы, не знаю, было игроков тут хотя бы 8, что ли. Ну, а дабл драйвер восьмером можно? Если все будут. Нет, просто по очереди все будут управлять. Это вот такой вот ход-сит. Ну, забавно. А, ну, то есть, раскрою, чем отличается ход-сит от аркейд из режима. Ход-сит как раз просто
вопрос. Просто мне показывают лучшее время. И мне могут играть до 16 человек, и они просто меняются местами. А в Arcade все делают то же самое, но просто у нас есть три попытки на то, чтобы показать лучшее время. Вот. И плюс мы тут можем делиться на команды по два человека. Double Driver. Ну, ладно, в принципе, показали эти режимы. Давай из тех, что заблоченные, я про остальные расскажу. Давай. Потому что вот именно Arcade и PopSit нужно набирать группу друзей, там, не знаю. Толпой, короче. Людей играть. По объявлению. Да. Давайте сыграем в Трекманию. Попробуйте развесить объявления на столбы где-нибудь. Так, секрет. Давай по очереди. Monoscreen Fun. Там вдвоем будем или? Да, мы едем вдвоем на одном экране. О, отлично. Интересно. Интересненько. Интересненько. Я красный, если что. Так, из сложненького, из простого. Давай стадиум. Мы, кстати, не показывали стадиум еще ни разу. Но мы показывали, только мы показывали. Ездили не по нормальным асфальтированным. Выбери какую-нибудь асфальтированную. Вот это 156. Вот это будет асфальтированная, нормально. Потому что мы ездили вот в основном по какому-то. Меня чуть не подводят. По песку. Будет круто. Мне кажется. Мультиплеер где? Есть. Мы в основном мы играем. Как раз показываем мультиплеер, но офлайновый. Тот, в который вы можете сыграть гоблин. С друзьями. Но я думаю. Мама! Что, где? А, ну ты. Черт, тут еще и. Где? Что? Я, кстати. А кто как. А! А что происходит? Я красный, по идее. Вот, видишь, я красный, но машинка не едет почему-то. Вот. То же самое, я синий, но она не вижу. И мне что-то засчитали. Норм. Окей. Еще проблема в том, что камера не следует за вашей машинкой, вам надо самому ориентироваться в том, куда она едет. Вот я вообще. Здесь, видимо, знаешь, как в этом, как в... как же она называлась? Nation. Про мотоциклы, помнишь, была игра? Про мотоциклы? Да. Как же она называлась там? Мотоциклы, чтобы Nation еще? Не помню. Сбоку еще. А, Trials была. Да, Trials. Была и Ластомания, кстати. Да. Ну и Ластомания это... Вот, Trials. Вот в ней, по-моему, также были оперативные режимы. Знаешь, по-моему, в чем фишка? В том, что мы газуем только там, где мы попадаем на турбо ускорение, на полоску турбо ускорения. Что? Почему я отстал? Вот это очень забавно. Я опять вылетел. Фиг знает, что происходит, но это прикольно. Да, пока не очень понятно. Но интересно. Ну да. Но смотри, просто у каждого сколько там? Три попытки. А, типа циферка сверху, это попытки какие-то? Да. Как только ты отстаешь и пропадаешь с экрана, у тебя попытку эту отнимают. Да, у тебя была. Что? Но сброс, сброс не считается. Сброс не считается, но если ты вылетел с экрана, то... И то вот не всегда, кстати. Нет, это на нолик надо сбросить. Ты выиграл. Вот, ну ты понял, что у всех есть попытки. И не вылететь давай, с экрана. Давай другой трасс. Другой трасс? Да. Полегче? Ну, какую-нибудь новую, ну что ж, не на одной же едет. Давай еще какую-нибудь. Так, давай каньон и... Каньон какой-нибудь. Да, нет, это круговые. Big Jump, вон, мы ездили? Не, мы на это ездили? Мы ездили, это все.
Blue Series. Blue Series, вот ночью. Ночная. Да. Это наподобие Speedrunners. Вне экрана минус жизнь. Да. Это шиза. В Доту играете или в КС? Где Дота? Где Дота? Федор, за счет им прическа, спасибо. Да я тоже так могу, но не буду. Паша надоел. Да, мне опало. Опало? Опало. Окей. Давай. О, что? Куда? Где? Вот, да. Тут мне... Смотри, сейчас... А, нам не надо тебя ободрать. Но если мы оба вылетаем, да... Ну, я так и не понял, как они отнимают попытки, но смысл в том, что нам нужно не делать что-то и доехать до финиша. То есть это звучало очень странно. А, вот, вот я тебя... Смотри, если мы оба вылетаем из экранов, то никому не засчитывается. Но если кто-то один из нас вылетает из экранов, вот я сейчас отлетел... И тебе не... А тебе засчитался очко, у тебя был один. А, вот оно что. То есть надо друг у друга выбивать очки. То есть до момента, когда... Когда у кого-то будет... Да, когда у кого-то... Вот я у тебя выбил очко. Выбил очко. Черт, посмейтесь, я выбил очко. А ты выбил мое очко, что ты сделал? Шуточки за 150. За зло. Про очки. А я все равно отнял. Да, нет. Нет, мое очко. Нет. Твое очко. Окей. Что? Где? Вот это веселый режим. Мы нашли самый веселый стран. А тут представляешь, тут вчетвером или восьмером. Да, там пишешь, там пишешь, там пишешь. Нет. Моноскрин, пан. Моноскрин, да, то есть... Задача выкидывать свой, то есть, чтобы твой противник отставал. Ты получаешь всего 3 очка, если противник отстает, он теряет очко. А ты его отнимаешь. Да, но нет. Если у тебя 2 очка, то ты, да. Я так понимаю, дает... Отними очко. Вот, даже чат оживился, потому что заговорили про очко. Чем можно отнять очко? Отнять очко. Да вот уже отняли. У меня уже отняли очки. И у меня отняли. Отлично, по очереди друг у друга. Очки. Пьяное вождение. Вы что-то не туда едете куда-то. Нет, все так туда. Это трасса такая. Я сделал сальтушечку. Так, я потихоньку просто отдаю тебе очки. И по итогу то, что... Сколько у тебя... Да вы ездить не умеете. Позорище. Ты сам попробуй. Давай, я готов. Ты теперь готов. Когда началось веселье, он готов. Конечно. Все готовы к веселью. А где чьи очки? Ну, а вот сверху? Над головой. Все, я поеду, тебя почти выиграл. 0 очков — это хорошо? Это плохо. Это плохо, я почти сдох. Красава. Вот так. У меня очко. Вот так вот. Почему я просто, эй. Вот, мне теперь 2. Просто так. Просто по рандому. Уйди, противник. Ой. Давай, Федя, тащи. Вернул все очки. Поболел бы за Пашу. Он меня почти не выигрывал сегодня. Да, Паш, как так? Так вот происходит иногда. Давай, очко. А ты выиграл, кстати. Думаешь? Да. Одно очко ты выиграл. По очку, окей. Ну, я хочу сыграть. Сейчас, давай закончим. Давай, бери стол. А, ты так хочешь, ну ладно. Отключи его, наверное. Блин, стоя играть как-то вообще не айс. Ну ладно, я какой хоть? Синий или красный? Синий, ты синий. Цвет твоей толстовки. А, тетя, что произошло? А у меня все равно 3 очка. Ха-ха, лошара. А, черт. О, там Арик. У меня все равно 3 очка, мне нравится вот это. Я, мне кажется, я читер. Арик, научи их играть. Я читер вообще, у меня 3 очка до сих пор. Я вообще не понимаю, у меня куда, где моя машинка? Эй! Эй! Эй, на дороге! Мужчина! Мужчина! Мужчина, что с вами? О, там пошли шутки про очку. В чате. Все, я буду просто... Смотрите, изи, просто изи. Новичкам везет.
все, я просто... Ну вы еще что-то... Да, слился я. А, все. Ты выиграл... Видишь, причем, да. Ты выиграл у него 3 очка. Да. И ушел. Нормально. Донатим на третий геймпад. Арик пришел отнимать очко. Вот я говорю, там шутки такие. Арик такой может. Отнимать очки. Да, только так и ходит, и всех очки отнимает. Космос машинку улетает. Идеальная трасса, кстати. Да ни хрена не понятно. А в этом и круто. В этом и здесь. Прикол какой-то. И... Что? Отлично. Что это? Это я просто козлю на дороге. Я просто почему-то... Ой. Ой. Малджишник прокатился. Не знаю, у меня машинка все что-то то ли не едет, то ли она почему-то прекращает ехать в определенный момент. 9-1. Ты недавно посещал кого-то 9-0. Чемпионате Франции по футболу. Относились. Это какое-то кодовое слово? Да. Фанаты Destiny сейчас. Меня поняли. А? 9-0 и Осирис. Понятно. Что? Где машины? Тут еще есть про-версия этого режима. А чем он отличается? Можно испытать. А, типа, когда я еду по асфальту, тогда все так. Нельзя ездить по обочине. Да. По асфальту ты едешь быстрее, так или иначе. Вот это вообще никому не удавалось, по-моему, проехать. Не, я один раз проехал, просто на рандоме повезло. Бум! С дороги! Да! Я еще не выбыл, нет, выбыл. Давай! Давай, за забор там! Притом мне что-то там удается. Давай, 3 очка! 2 очка. Ну, я 3. Там разница у тебя защита. А, нет, 3, кстати. 3. Нет, все, что принес на финиш. А, понял. Видимо, до 10 очков или до скольки? По-моему, да. Полный трэш, однако. Да вообще просто идеально. Где я? Очень сложно ориентироваться, не понимаешь, куда едет машина. Просто ехай. Бочару. И козли на дороге. Два правила для этого. Козлить и ехать. Бум. Нет! Ну я сейчас вообще сяду. Нет! Что? Сколько там? 12? 4. Ну, где-то так. Режим неудобный. Да норм. Веселый. Режим норм, веселый. Режим. Попробуйте в секрете другие сочетания кнопок. Там 4 сочетания кнопок, я их уже показывал. Собственно, XXX и треугольник, треугольник, думаешь, треугольник. Всего 4? Ну, есть только про-версии некоторых режимов. Вот сейчас, там, к примеру, так. Сплитскрин стант про. Давай посмотрим, что это. Не. Мы станты еще не пробовали. Не пробовали. Давай поймем, что такое бонус про. У нас есть еще время, кстати? Да. Да есть. Так. Вот, моноскрин про. Почувствуем отличие. В общем-то. Да, в чем суть про режима? Про. Так. Волли Лагун Стэдиум что? Давай... Лагун. Да мне каньон нравится, на самом деле. Каньон? Да, он более-менее простой. Ну, кстати, да. Оп. Да, давай вот эту вот. Вот эту. Заковыристую трассу. Заковырист.
Там будут узкие дороги, будет прикольно. Ну, о, это моя машина. Отлично припарковался. Сразу вспоминаешь всякие москвичи, которые любят припарковывать. О, подожди, это тот же режим, да? Это тот же режим, но... А, про... А, понятно. В про нельзя толкаться. Но сливаться все равно можно. Ну не, это скучно. Да, значит, я правильно думал, что отличие про режима именно в том, что нельзя поддаться совсем. Скучнее. Пацаны, чего вы грустите? Я не знаю. Не грустим, мы пытаемся выиграть друг у друга. Очко. Битва за очко тут. Битва за очко. Супер. А, так это круговая. Нет. Так, похоже. А чё она такая одинаковая? Копи-пейст, копи-пейст. Как еще трасса? Ваша, вы обещали стримчик по Soul Sanctuary. Мы её сами хотим очень её, Soul Sanctuary, но нам пока его не прислали, поэтому мы не можем. Но он обязательно будет? А, я синий. Нет. Ты думал, ты красный? Да. Нет. Ускорение. Черт. Просто забился по углам. Космос. Пошел в космос. Кто первый-то? Не знаю. Я, видимо. Круче. Игра топовая. Ну да. Не, я думаю, давай что-нибудь другое, потому да, что давай, тут, тут понятно. Во-первых, трасса не подходящая для этого режима. Во-вторых, вообще. Она режим не отличается особо. Да. Давай стант с трюками. В чем режим, в чем прикол про версии? В том, что вы не можете толкаться. То есть вы на скеле должны все проходить. На умении ездить. Вот сид старт. Отлично. Но это мы по очереди будем играть. Нет. Нет? А, ну окей. По-моему, нет. Рандом. Сколько по вертикали, сколько по горизонтали. Да выбери, давай International Stadium зеленый. Вот, да. Зеленый. Ну, окей. И что-нибудь. Я так понимаю, не песок, да? Да. Может, вот эту 79-й? 79-й? По-моему, там были. Я не помню. Какие-то колонны, я не помню. Колонны. Я помню трассу с колоннами, но не знаю, та ли это она. Проверсия, походу, убирает коллизию между машинами. Да, вы не можете толкаться. Она превращает вас в призраков. Да. В общем-то. Вам надо хорошо ехать, чтобы обогнать своего соперника. А в обычном режиме вы можете толкнуть своего соперника и... Сколько игроков? Двое. Да два. Да, видимо, все-таки мы по очереди будем. Но можно в дабл-драйв. Дабл-драйв. Да, дабл-драйв. Давай. Будет винтить. Сейчас ты едешь. Нет. Но нет. Мы забыли... Ну да, на самом деле это ход сит. Все же да. Вот да. Я ехал. Смотри, там даже два водителя. Да. Не, просто в обычных машинах не видно, что два водителя, а это формальный боли. Мы же сразу видим. Сидят Льюис Хэмилтон. Льюис Лейн и Хаткинс. Ну да, для них. Ну это вообще просто разрыв головы. Ход-сит двух игроков, и каждый. И оба играют за каждого игрока. Это просто бум. Пытаемся улучшить результат за разные команды. Да, да, или наоборот помешать. То есть я могу уже стараться тебе мешать к твоему прохождению. Ну да. Например, куда? Это твой. Да. Твой, но... Не, давай обычный стант. Да, давай еще раз. Давай еще раз? Да. Попробуем себя сами победить. Да. Не, сейчас же я буду. Ну, то есть, только что ездил ты, теперь буду я. Угу. Мы сначала ехали за тебя, за меня, а теперь мы едем за тебя. Красная команда, давай. Окей. Если буду мешать. Что происходит? Так. Careful.
первый. Так, спойлера уже нету. Это не спойлер. Без спойлеров. Играем без спойлеров. Не спойлерите концовку, пожалуйста. Да уже нечем спойлерить. Вот. Да. Не, я этот раз помню то, что я проходил. Но это было не становится легче. Синий там уехал уже? Да уже давно, по-моему. Он уже на финише кофе пьет, по-моему. Кофе надо еще заварить. А что значит? R? R? А, это мы трюки можем делать, наверное. А-а-а. Ну сейчас не имеет смысла. Трой. Это мы не прыгали нигде особенно. Что? А почему? А, мне типа сказали, что я слишком плох и try again. Смените имя? Ну, типа, ты можешь сохранить свой результат. Ну, давай, давай, вот выходим и еще посмотрим. Не, нормальный станд с трюками. Нормальный станд сейчас будет. Где там нормальный станд? Спидскин бонус фан. А бонус фан-то играли? Да. Аркейд. Это когда толкаться можно. Так. Нет, это просто аркада. Ну, смеш это, я так понимаю, что можно толкаться. Вот. Ну, тут во всех режимах практически можно толкаться, который не про. Где что-то обычный станет. И... Моноскрин фан. Это мы тоже пробовали. Аркейд. Вот, аркейд станд. А, ну, ну давай попробуем. Только тогда давай выберем какой-нибудь... Где-нибудь, где можно прыгать. Это нужно либо Canyon, либо Down and Dirty. Ну, вот. Давай Down and Dirty, может. Мы по ним меньше всего на ней ездили. Кстати, да. Где тут есть прыжки? Вот, к примеру... Ну, написано Big Jump. Да, очевидно, очевидно. Как парня слева зовут? Слева или справа? Я не знаю. Но от них... Это... Да. Нет, вот так вот наоборот теперь. Нет, как? Нет, ты вот оттуда сидишь и слева. Это Паша. А, вот так вот. Это Федя, да, это Паша. Загружайся уже. Или так, только роман не по гонкам. Нет, вы мне растите, я всего лишь автор, ребят. Еще одна машинка. А, ну соло. Это единичный какой-то режим. Да. Да. Либо дабл драйвер. Ну, езжай. Давай лучше посмотрим. Посмотрим. Окей. Че тут со стантами-то? Я просто четко помню, что я запускал стант на двоих. Видимо, это была другая комбинация. Смотрю, от Трекмания как выглядела, как первая часть, так и выглядит. Вообще не согласен. Зачем выпускать чуть ли не каждый год одну и ту же игру? Но проще развить одну часть и выпускать новые карты, машинки и т.д. Нет, то, что вы видите, это и есть новые карты, машинки и т.д. Совершенно не похоже на первую часть. Ну, я не согласен, что она выглядит так же. Она по концепции, в принципе, такая же. Концепция, естественно, это Трекмания. Ну, потому что концепция, она не может измениться. Игра одной серии, они ее только довели, ну, я считаю, до идеала вот в этой части. Она очень классная, и именно настолько классная Трекмания никогда не была, и тем более она сейчас открыта для всех. Она вот, да, она вышла на консолях, и в общем там... Почему я была права? Сюда. Все. Все, это вообще не туда. Смысл в том, что это, наверное, одна из лучших. Наверное, лучшая Трекмания за все время. Делай трюки. Воу-воу-воу-воу. Дал. Кстати,
весьма прикольная трасса. Открытый мир, говорят. Ну, в рамках трассы, да. Ну, да, обычно так, по-моему, всегда и было. То есть можно вылететь за пределы. Что не есть хорошо. Да, я пытался тут поездить, кстати, по трассам. Тогда Arcade Smash мы не запускали, кстати. Может быть, это и будет. Тот самый станд. Ну или там. Моноскрин порой нет. Пам-пам. Нет. Нет.